На учете у нас стоят 850 человек ВИЧ-инфицированных лиц. По поводу цифры СПИДа я не скажу, оставим это в тайне. А зарегистрировано случаев за период с 1996 года 1500. Заболевших, приобретенных статус. Да. Кто-то из них выбыл, прибыл. Каждый год выявляются новые случаи, в среднем приблизительно в одной цифре. Мероприятия разные проводятся по выявлению, по лечению, по продлению жизни. Поэтому количество лиц, состоящих на учете, они, конечно, увеличиваются. А регистрация новых случаев, она продолжается, заболевание ВИЧ-инфекцией.